Несмотря на простоту этого блюда, могу сказать, положив руку на сердце, что такого вкусного, мягкого и нежного мяса вы в своей жизни еще никогда не пробовали. Рецепт приготовления говядины по-еврейски весьма простой, и здесь всего два основных ингредиента, но в этом и состоит весь секрет блюда, и, хотя у вас уйдет немного больше времени на приготовление, чем вы обычно привыкли тратить, результат того, несомненно, стоит. К тому же большую часть времени делать вам ничего не нужно будет, а в результате у нас получается великолепное блюдо с густой и насыщенной подливой, которая вобрала в себя весь вкус и аромат лука, и сейчас я с удовольствием расскажу вам, как приготовить говядину по-еврейски, легко и вкусно. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Как я и говорила, нам понадобится всего два ингредиента, а еще одной особенностью этого замечательного блюда является то, что в оригинале здесь используется довольно дешевая говядина с соединительными тканями. Нарезаем мясо на довольно крупные куски, солим и посыпаем специями. Я использую только черный перец. В кастрюлю наливаем оливковое масло, хорошенько разогреваем и слегка обжариваем на нем говядину со всех сторон так, чтобы мясо посветлело. Лук чистим и нарезаем на довольно крупные полукольца. Лука в данном блюде жалеть не стоит. Чем больше вы его положите, тем ароматнее и вкуснее получится мясо. Кидаем в кастрюлю лавровый лист и черный перец горошком. Теперь прикрываем крышкой и готовим в течение 1,5-2 часов. Воду вливать не надо, так как лук и мясо дадут достаточно сока. Через 40 минут после того, как вкинете лук, попробуйте на соли, при необходимости подсолите, а готовое блюдо отлично сочетается с любым гарниром. Вкусняшки, подписавшимся. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты. Говядина 1 кг, лук репчатый 1 кг, лавровый лист 4 штуки, черный перец горошком 6-8 штук, соль по вкусу, специи по вкусу, масло оливковое по вкусу, количество порций 4-6. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До встречи на канале!